весь мир посещает, Турцию и Каппадокию, естественно. Касается своих предков в первую очередь, и он является нашим спасателем, вот спасителем, действительно. Мы снимали фильм, и вот эта вся картина в этом фильме показывается, поэтому очень популярное место здесь вот сделать. Прекрасный тур, который реально оправдывает себя на все 1000%. Спасибо большое, мы довольны, счастливы. И столько эмоций. Вообще, побыть в Каппадокии, не полетать на шарах, ну это просто преступление. Я настолько вдохновлена поездкой. Dream Tour, огромное спасибо. Памуккале, Каппадокия, это бесподобно. Эти шары, панорама, ну просто прелесть. Ребята, всем советую.
Я благодарна очень невероятно крутой поездке, которую организовала компания Dream Tour. Сегодня такой замечательный день. И так случилось, что в мой день рождения, 30 ноября, я оказалась именно в Каппадокии. И этот рассвет сегодня в Каппадокии я встретила на высоте птичьего полета.